Так, ребят, я нахожусь на улице Большая Зеленина, дом 3. Здесь у нас происходит марш, русский марш так называемый, в День народного единства. Происходит здесь возложение цветов к дому, где жил последний законный правитель России, в ее исторических границах Александр Колчак. Поскольку митинг запретили и не было времени подать в суд на обжалование, да, то есть было принято решение собраться, и вот здесь, по-моему, полиция больше, чем собравшихся, и возложить цветы, вот такой пикет сделать. Сейчас я покажу возложение цветов. Сейчас посмотрим, как выглядят митинги и акции в Санкт-Петербурге. Видите, активность. Какая у нас не очень большая тут пресса. Пресса скучает. Товарищи полиции больше, чем митингующих. Ну все. И, наверное, я отсюда тоже пойду, потому что активности никакой, что хотели сказать полиция. Не, ну тут полиция больше, здесь, наверное, мяу даже сказать нельзя, потому что не санкционированный митинг. И слова нельзя сказать. Там только цветочками молча возложили. И все. Пойду. Сейчас покажу, как я запарковалась. Ну, поеду дальше. Кто что думает по этому поводу, по этому празднику, согласны, не согласны, пишите в комментах, мне очень-очень интересно. Ну все, ребят, пока-пока. Смотрите, как прям тютелька в тютельку, чтобы проезд не закрыть. А так у нас отмечают просто. Люди ходят с флагами, отмечают праздник. Сейчас немножко проеду. Да что-то особо и не отмечают. На Дворцовой будут? Сейчас глянем. Так, а вот здесь у нас на Дворцовой тоже праздник был, но, видимо, уже закончился. Тоже все расходятся. Какая-то тут даже сцена была. Танцы-шманцы. Ну, такая погода, что, видимо, не очень. Ну ладно, всем пока-пока. Пишите в комментах, кто что думает по поводу этого праздника.